пора что-то менять в этой жизни. Вечером сяду на телевизор и буду смотреть на диван. Идет судебный процесс по делу о хищении 2 миллионов франков из швейцарского банка. Подсудимый сидит один, без адвоката. Судья спрашивает: а почему у вас нет адвоката? Подсудимый говорит: ваша честь, мой адвокат исчез, как только что узнал, что я действительно не брал эти деньги. Утро. Мужики идут на работу. Около подъезда сидит пьяный и опохмеляется одеколоном. Ему говорят: Петруха, как ты можешь пить эту гадость? Петруха говорит: ну, здесь написано «прелесть». Указано, что шоколад помогает при депрессии. Но лично я предпочитаю виноград. Старый, добрый, разлитый по бутылкам. Судя по растущим ценам, на Новый год подарки будем дарить только в одноклассниках. И то бесплатные. Завязалась выпивкой, но стало значительно труднее завязывать знакомство с женщинами. Петруха сказала, что от моих подруг пахнет травкой. Вот теперь меня мучает вопрос: откуда Петруха знает, как пахнет травка? Давно собираюсь начать новую жизнь, но никак не могу дождаться подходящего понедельника. Все понедельники начинаются неудачно, после воскресенья. Сильно пьяный мужик идет домой. Идет шаг вперед, делает 3 шага назад. За этим наблюдает бабулька и говорит, не выдерживая: сынок, иди с одним ходом, быстрее дойдешь. Если хорошенько вдуматься, 2 из главных символов России – бутылки водки и матрешка – примерно одинаково. Откроешь одну, потом идет 3-я, 4-я. Вовочка спрашивает: а доктор, а почему вы не общаетесь в социальных сетях? Доктор говорит: я психиатр, мне такого общения и на работе хватает. Подписываемся.